Нет, девчонки, мальчишки, решалка 21, решение задач, график скорости и ускорения. Вот, получил такую просьбу решить такую задачу. Ну, прежде всего, очень классная доска, помнится. В 1935 году мой дедушка, физик, тоже решал задачки на такой вот доске с мелом. Тут еще ведро стояло с водой, с тряпочкой, с такой вот противной. Макать, выжимать, стирать. Ну, что делать? Что делать, что делать? Ничего, решать задачку. Главное, тяга к знаниям. Вот что самое главное. И я очень благодарен этому человеку, который попросил меня решить такую задачку. Что я сейчас и делаю? Ну, что я нарисую это сейчас? У себя вот такой вот график, и нужно нарисовать ускорение. Ну что? Значит, еще раз напоминаю. Когда мы видим какой-нибудь график, есть два варианта. Первый вариант, вот, допустим, такой график. Неизвестно, что здесь. Да? Вот. Первый вариант нужно посмотреть, а что же такое наклон? А второй вариант посмотреть, а что такое площадь под этим самым графиком? Вот если мы сейчас посмотрим на этот самый график, мы увидим, что наклон – это отношение дельта V, то есть изменение в данной ситуации скорости на какой-то промежуток времени. Опа! Так это есть не что иное, как ускорение. Вот что нам нужно искать. И ларчик открывается очень просто. Вот в течение 3 секунд, вот 3 секунды, тело движется с ускорением. И чтобы найти это ускорение, нужно что сделать? Взять вот эти две точки, потому что мы ищем наклон, и написать 4 отнять 0, поделить на 3 отнять 0. Получается 4 третьих метров на секунду в квадрате. Вот такое вот ускорение на первом участке пути. Ну, 4 третьих это 1 треть. Вот. И ускорение постоянное. Поэтому нарисую график вот такой вот прямой. Это у нас 1 1/3. Едем дальше. Что происходит с 3 до 5? Время идет, а скорость не изменяется. Ну, значит, ускорение равно нулю. И последнее с 5 до 7. Что же у нас происходит с 5 до 7? Скорость у нас уменьшается. Наклон-то у нас отрицательный, значит, ускорение будет отрицательно. Потому что ускорение будет подсчитываться следующим образом. Вот точка приехала в 0, то есть здесь она остановилась. Вот ровно когда 7 секунд прошло, тело остановилось 0. Нужно отнять 4 и поделить на промежуток времени с 5 до 7. То есть 7 отнять 5. И получается минус 4. Деленное на 2 мы получаем минус 2 метра на секунду в квадрате. А минус 2 у нас, ну, где-то здесь минус 2. Поэтому график у нас получится вот такой. Значит, 1, 2, 3. Вот и все. И такое вот решение. Мы с вами получили. Такая решалка получилась. Классная решалка. А все почему? А потому что вы учите физику на канале, который так называется «Физика». Это просто. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, пожалуйста, запишитесь, буду вам очень благодарен. Ну и, конечно, не забудьте лайк поставить. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.